К этому часу в Москве автобус въехал в подземный переход. 5 человек погибли. Меня зовут Егор Максимов. Здравствуйте. Пассажирский автобус въехал в пешеходный переход на западе города. Авария произошла у станции метро «Славянский бульвар». Кроме погибших есть и раненые. Пострадали 15 человек. Автобус ехал по Кутузовскому проспекту в сторону области. И пока непонятно, по какой причине он выехал на тротуар и съехал по лестнице подземного перехода. Источник агентства «Интерфакс» утверждает, что версия теракта не рассматривается. В полиции говорят, что причиной аварии стала техническая неисправность. Водитель автобуса задержан. Его допросят уже в ближайшее время.